Всем привет, ребятки! Хочу представить вам игру Titan Siege для любителей массовых сражений и эпических противостояний. Ссылочка на данную игру находится в описании к видео. Заходите и регистрируйтесь. Всем привет, друзья, и это лайфхак от Проналадку. Мы все с вами пользуемся автозаполнением полей, но как же их корректировать, если выпадают ненужные нам эмайлы или похожие строки? Мы, конечно, можем полностью очистить автозаполнение полей в настройках, перейдя во вкладку «История», «Очистить историю» и выбрать «Очистить данные для автозаполнения». И нажав потом кнопочку «Очистить историю». В этом случае у нас очистится вся история данных для автозаполнения. Но если мы не хотим очищать все поля для автозаполнения, а нам нужно убрать только некоторые поля, то мы делаем следующее. При появлении списка автозаполнения нам необходимо навести курсор мышки на ненужную строчку и нажать комбинацию клавиш Shift плюс Del. После этого ненужная строчка исчезнет навсегда. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, пока-пока!